Кто не знает на тактику на синдру плюс? Сделаем, сделаем, не переживаем. Я не если, помню, короче, только... за два трая не убиваем синдру, идем остальных бить, потом возвращаемся на синдру. Куда побежал Моса, блядь? Стой, глупец. Стой, там же ж мобы, алло. Глупцы. Вен запустишь. Уже полезли. А их это водить можно или нет? Вроде можно, вроде нет. Они тут жесткие. Дымыч где? Бегу. Походу не можно. Мне будет больно, скорее всего. Ну все. Блять, еще на трэше вайпаться. Ну, воу. Че, танчите как-нибудь? Давай войско, только он едет к нам. Отходите от мобов. Танка хилите. Незыблемость отдай, тебя убьют они сейчас сразу. Давай войско. Бомжей вызовите. Короче, я тупая и бомжи не будет. Да не ты тупая, Моса полез куда-то нахуй, нахуя, блядь. Лимон, а ты где дрочил там, бегал? На совет пошел. Нахуя? Разводим, блядь. И оба друида. Которых на... И оба друида сдохли с БР. Бегите и едьте к нам на лифте. У нас бой. Надо лежать. Прожимки готовь, Лимон. Убьет сейчас вас. Вот. Рейнджи, отошли нахуй. На вихре не подходите, милики, уйдите. Уйдите, пока не сдохли. Все будете бежать, я буду смотреть, как вы бежите. Отошли вихрь. Сейчас закончит, идем. Они все по очереди дают. Значит, отходим по очереди. РДД убьют. На мне мопади, наберите. Да эти мобы не убьют никого. Не-не, с вихрем был, я понимаю, что маленький не убьет. Станами можно сбивать косты. Кто там бегут, давайте быстрее в форме оленя там бегите до нас. Кстати, они уже не такие дерзкие, как первый раз, плюс. Звезду добили. Бьем милика. Колдунью. Мусор, а души пойдут, да? Вы едете к нам на лифте. Отбегай. Холи Павлу ману надо, блять. Читаю на МП. Читаю. Заберите с меня. Бейся там. Тут второго трэша ледяного нету, правда?
Давайте быстрее дороливать. Или он не пропадает, трэш, блядь. Для Void War. Давай две пачки дракончиков согрем. Ты уверен? Я уверен. Абсолютно. Абсолютно. Ну, Рога, этот адреналин, шквал на пул и пошел. Адреналин на КД. Сколько? Полтора. Адреналин не нужен, просто шквал. Нет. Шквал есть. Ну вот шквал даже. Ну, да, есть. Ждем туда сколько? 30 сек, мне БЗ откатится, чтобы я совет дал. Сейчас две пачки сагрим. Так, чтобы только большого не сагрим, постараюсь. Вы тоже звездопад и размах, давайте только тогда, когда побьют немножко рога по напуле. Ну я так... два веера со старта смогу дать. А у тебя бомжи есть, Алис? Нет, 5 минут только. Бля. Справимся. Там гнев небес, знаешь, как они сбегутся. Все. Бьем по первой тактике, когда убивали. Глыбу только в центр, блядь, трехазис. Я не знаю, не парьте мозг. Конечно, всегда надо в одну точку глыбу ставить. Убивается легко. Только надо бить босса и глыбу. Зеленый, ага. Еще ты там круги даешь, ты что делаешь-то? Ждет хромами. Катится адреналин. Хламобота вспомнил, что ли? Готовьтесь. Немножко дальше отведи. Хорошо. Веер прекрасно. Нет, отлично. Второй нет. Пошел звездопад. Танков захиливал. Прожимки отдайте. Алиса, прожимки. А ее не пробиваем. Я прошалась. Ой, кот, не тому дал кот, сорян. Что, Боб дал? Да, Боб дал, блядь, хотел. Орхидеи классно помочь, сори. А вы в одного хила идете? Ну, видишь, вы две пачки захиливают. Чё в одного там два? Стан. Хорош. Кот, готовься стан давать на следующий раз. Коня охни. Поменяй на третьего. Кот, стан, блядь. На комбо надо набить и калечение нажать. Стан рога. Не вынеси нам на панель, ребят. Не верю. Ладно, рывком сбью, блядь. Первый сбиваю рывком. Сбил. Следующий мой. У тебя откатил, отшакился уже? Отшакился. Кто-то сбил. Как там кот сбил? Колечно. Ты смотри, даже все слушаешь, что надо делать. Блять, на этих костяных кровотечений не пошло. Это дьябловский загон, да? На офе было такое, это, на классике. Что по скелетам не было кровотечения. Чумка тоже на нее не работает. Такие корни. Как кракен, который корабль в море вытягивает. Блять, прохи. Выпрыгивайте, слушай, что вы не... Ну... Лужные люди. По кинжаликам подвину. Уйди его оттуда, или он не уводит. О, спустился, уйди.
Холодный взрыв. Ледяная аура. Больно, он не дотает. Хороший обзор. Лимон есть фрост резист, да? Да. Видишь, в голове уже по умолчанию. Хорошо тут БДК тем, что им не надо. Как оно называется? Фрост резиста, блядь. В обычке, блядь. А это ж пиздец в хэме, блядь. И сапроты, нахуй, и фрост резист, блядь. Сапроты не нужны в хэме. В хэме? Ну... Тут надо. Тут же дома. Мы в 25-ке обычки пили сапроты на синдре, вы о чем? Ну, в кильдиналах, в смысле. Так, а у нас палик упал, да? Можно без сапротов убивать. Фласки на ДД пьешь. Хилов нету, ребята, блядь. Это такого танчить, если он ЛПшкой не бьется. В смысле, не бьется. Вообще не бьется. У него иммунитет к болезням у этого дракона. Ну, сейчас посмотрим. Блять, я не могу вообще никак. Блять, вы... мы сейчас проебали двух хилов, блять, и Берна. В случае, блядь. Чё ты сык от он там? Добивайте нас. Вот сейчас как... что произошло? Резайте народ, тогда агрите, заведите внутрь. Он когда залетает, фишечки кидает. Тебя дыханием убивает, блять. 20к дыхание, блядь. 23 648. Так, ресуем, блядь, мы с ресом, блядь. Орхидея еще не достала, что ли? Ресните. Рес орхидея. В смысле рес орхидеи? Там Моса. Моса, блядь. Сука, я похожий просто. Черепушка, блядь. Так, на второй фазе все глыбы выносятся в центр, блядь. Вон где квадрат. А тут сколько глыб? Две. 5000. Миллион миллиардов. Каких глыб? Когда? На второй фазе одна, на первой фазе две. На взлетке. Завели вверх. А ты, главное, слизней свечься, и все нормально будет. Ага. Заведите, блять, ее внутрь. А, или вы по этой тактике идете? Угу. Я вообще АФК стою, вы о чем? Ты сейчас скажи в Даларане. Дракону стан дали. Да, в Даларане Локи шкаф, пожалуй. Каст херов можно сбивать станом, правда? Вы уже диминишн пили в стан, блядь. Еще один диминишн, все, станов больше не будет. А на фир станы не даете, правда? Я пробовал, не дался. Там щитом закрыт каст. Стан подается, значит, он сбивается. Он не сбивается. Я уже пробовал. Только вот если завести ее в этот комп бегать, тогда не будет фирик. Я тебе антифирик закинул, если чё. Короче, первый раз отвейдим ее, блядь. Потом уже будем залетать, она будет садиться. Нет, она, она починена. Я знаю, она что она... Вот сбивается косты, что ты хочешь? Да ладно. Стан разбивает косты. Ещё попробую сбить следующий. Я знаю, что на подчине, мы просто забежим просто, блядь, до этого надо пробафаться. А не сразу пулить. Стайка. Опа. Все, сбили. Отбил. Круто. Ты представь, твой маленький паладин застанил такого могучего гроба. В глаз ему кинул молот. Заходим внутрь. Прохиливаем, блядь. Как в гифке на этом, который ты кидал Skyrim. Фулл ребафы раздали за... Ну, проще, на голове дракона сидит и бьёт. Там что-то там стояли, что ли?
Пытаем его убери. Хорошо, зашли внутрь. Бьем на лестнице по стандарту. Метки расставлены на первой фазе, куда выносить метки. Глыбу. Даже немножко подальше расставлены. Блять, не ту метку забрал. Поставьте рыбу, если есть. В смысле бить на лестнице? Поставил. Она тебя буквально поняла. Ты там нормально стоишь, там где должна стоять, посередине. Лицом от рейда, блядь. Сука, только не хвостом рейд. Сейчас, короче, чуть раз. Как ты била? Ну, блядь, я вообще только на последней фазе забирала босса Witch. А, все ясно. Алиса, ты мне скажи, ты думаешь? Типа, вот потанчить. В смысле? Вот, потанчи, а. И что? И сколько пусть ты ДПС? Посмотрит. Сколько ты ДПС дашь ДКшникам? 7-8. А на ШПшника разжнёт и сову, нормально. Спекайся. Давай, спекай. Ты чё, видео не смотрела, как я Синдру танчил? Нет. Так быстро подписывайся на канал, а то время больше не проведёшь. Принимаю время. Условия подписки на канал Boy Unroll, да? Да, да. Не, ну блять, она по идее не просто танчится. Смотри, как надо танчить, сейчас тебе Войт покажет. Блин. Тебе не надо понять ничего. Одну вещь. Где вставать, чтобы ловить босса? Чтобы он своим беспонтовым боком не стоял близко к квадрату. Если он будет близко к квадрату стоять, то квадрат, метка, которая принесется в квадрат, она будет близко к красному кружку босса. Тогда босс будет дергаться глыбе, и тогда вы все обосретесь от того, что что-то происходит, и вы не понимаете, что делать. Чтобы босс не двигался, нужно его ставить дальше от квадрата. На второй фазе. Ты понимаешь вообще, что я тебе говорю? Ну вот. На второй фазе ставите только на середине, где квадрат стоит. Даже немножко дальше поставлю здесь. Сука. Ну где-то вот тут ставите, блядь, метку. Стаки все скидываем обязательно, блядь. Хилов не напрягаем. Освобожденкой не бьете на. Ну, можете там бить, хилить, но только в случае, блядь, если вас прохилят. Стаков много морожений не набираем, особенно роги. ДКшники, когда вас протягивает в конце каста, вы можете просто дать зеленку и вас не пробьет в обычке, насколько я знаю. На других серверах так, тут не знаю. Так, Арчан Апул. Лачадан. Шаман, ты какой тотем ставишь? На резист или что? Чё на резист? Вот. Я ауру поставил, если чё. Но там нет у него резиста, у него 4 тотема, все нормально. Вот. У него на броню тотем. И на СПД. Пусть на броню оставит тогда. Все, пуляем. Захиливаем рейд. Жрём штрудели. Рейд поднимаем на фул быстро. Все, подняли. Зачем вы сюда явились? Дали время на игру. Полипал, ты чуток сам навар кидаешь? Лучше ты лимон кидай, тебе лучше. Да пусть сам кидает. Отбежали от босса. Себе кидаю. ШПшника прохил. Штучник, что ли, бля? Да, попытал. На четных притяжках твоя сакра. Ушли все на лестницу. Варам Фридом не надо. Танк. Метки вышли, стали. А прикол, что дебаф-то остается на мне. Метки не разбиваем сразу, блядь. Подносим до 50% и ждем. Проносите, где глыбы падают.
левую стоп. Левую стоп полностью. Доты только висят нас. Сейчас разобьют. Бам, нахуй. Хорошо. Босса вливаем. Заебало. Ладно, брожение стоп. По фрейму не стоит. Надо бежать, босс. Давай, сака. ДПСим, ДПСим, что строя излетка будет, это уже молох, поправ, блядь, много. Воздушные фазы навешали доты, блядь, обновились. Убежали. Та заебала. Беги в треугольник. Уйди вот сюда, отсюда. Винар, ты что, не видишь выбор? Сори, блядь. Тупой просто. Надо помнить. Вторую ловишь подряд. Стоп, левая. У меня чуть лёг. Третью ловишь подряд. Как у тебя дела, нормально? За глыбу отойди. Да, за глыбу. Вон же, все. Рядом. Разбили, разбили. Блять, опять с оборожением. Стаки, милики 6. Отбежали. Блять, как мне достало? Взлетка через 6 секунд, раздотали. На лестнице поднялись. Когда приземлится, сразу рост. Когда поставлю. Справа. Справа близко. Посередине справа. В середине справа, все нормально. Слева близко. Нашли за глыбу. Стоп по глыбам. Справа близко. Зашли за глыбу. С другой стороны. Разбили. Геру. Блять, стаки. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Я пока не могу. Скольки переход? Сильнее, блять. Скоро вторая фаза. Третья. Вторая. Убежали. Прохил рейда, поднимаем рейд на фул. Готовимся, метки, блять. Ушли все с центра. Метка в центр пошла. Центр метка. Синюю, отойди чуть-чуть. Да-да-да. Идем назад. В синий стол. Бля, его хуёво видно.
Не, норм, я тогда пробежал. Хорошо, как пятками наступил. Поставил подряд. Ушли с центра. Близко к Синдре не ставьте, а то она дергаться начнет. Вот так вот. Разбивайте. Сейчас протяжка будет. Там же. Ушли с центра. Там же. Отошли от него. ВДшники, не забывайте дотить, нахуй. И так для справки бить надо босса. Если вы не будете ножками бегать, милики, вы не убьете этого босса сейчас. И к боссу бегать, и от босса бегать. И глыбы бить. Все надо делать. Там сова, отойди, заморозишься. Давайте, сосредоточьтесь. Плохо прячетесь за глыбы. Дал СВ. Ушли с центра. Пошли от мост. Пошли в крест. Шансунг. Разбиваем. Плюс 2 минуты. Метка сейчас будет. Катер. Шли. Быстрее развивайте глыбы. На 4 лямах, блядь. Нет, не на 4. Я все скажу. Метка. Метка. У меня много стоков, сейчас попробую выжить. Не попробовал, да? Вайда прохил, блядь. Попробовал, да? У меня без вариантов было, там хил надо было. Пошли на других боссов. Ваша проблема, вы можете убить этого босса, но ваша проблема в том, что когда начинается фаза с глыбами, вы ставите, стоите за ней, и вы думаете, босс сам будет убиваться, нахуй. Вы думаете, что, блядь, танк его задамажит, нахуй. Вы понимаете, что скинул в стаки, и я вам объясню, блядь, вешается каждые 6 секунд вот эта хуйня, один стак. 5 стаков надо скидывать обязательно. За каждой глыбой надо скидывать. Но это не значит, что нужно стать, нахуй, там, и стоять, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Милик и рейд 4 милика. Вы должны подбежать, подамажить босса, блядь. Дать 5 тычек в него, забежать за глыбу. Бегать надо туда-сюда. В глыбе близко нельзя стоять. Да, хуёво, блядь. Оббегать надо, круги давать, нахуй. Но если вы ДПС вообще не будете давать, тут нехуй делать просто. Ну, можем попробовать выносить в две стороны, конечно, но, блядь. И куда? И милики будут влево бегать, разбивать глыбы. Это долго будет. РДД не будут успевать ее быстро убивать. Это, ну, сам под... Но мы тогда убивали, у нас Тёма двоих человек выделял, кто будет бить глыбу, её выносили сильно вправо. Кого вы убивали? Ну, десятку? Да. Так, ещё один трай. Делаем, делаем всё нормально. Пока что, блин, есть шанс убить нормально. Я еще раз объясняю, вот у вас на второй, вы первую фазу знаете, все, отбегаете. На второй фазе у вас ступор начинается, вы не бьете босса. И глыбы, надо от них отбегать. Отбежал, поставил, скинулись стаки, пошел босса бить. Ну, разбил глыбу, РДД там, доты. Поставьте, оставил. Поставьте в центре, пожалуйста, звезду, потому что херово видно синюю херню на синем фоне. Особенно приз там вообще потеряется. Желтую, желтый столб, во, ништяк. Надо чуть поближе его. Прям вот перед этим, перед острием поставь. Чуть-чуть вот, чуть поближе перед острием прям. Вот пусть туда встают. Да не здесь, блядь. А ты хули палча не хилишь? Че не захилил меня? Типа сюда, говоришь? Вот, да, вот сюда. Вот пусть сюда выносит. А рейд стоит на лестнице вот здесь. Вот здесь рейд стоит. Ну вот, метку выносится вперед. Звезду и не. Вот здесь вот, если будет рейд стоять, никто не замерзнет. Никто влево глыбу не выносит, нахуй. Бьем посередине, все. Просто, блядь, бьем. Звезда стоит в центре, она в круге стоит. Это. Мы не выпускаем ее оттуда. Вы выносите все время в звезду метку. Здесь та сам рейд стоит вот здесь вот. Так, на, я фласку забыл выйти. Все, пробафались, ну. Так что на пол. Есть кого-то штрудили. Так, Вайда, что-то мало хп, я не понял, блядь. А, ты фрост-резистишь, что ли? Понял. И да, есть у кого-нибудь какая-нибудь на хп? Дайте мамонта, пожалуйста. Мамонта поставь. Я сейчас шурупу поставлю. Да не, о, не грыли дело. Хочу сидеть, чтобы есть хилиться, когда Синдра будет садиться. Давай, может быть, и Винар потанчит. Будет баф миликом. А то хосты не... Ты уже поняла, как?
Ты поняла, где я ловил босса? Примерно там, где звезда. Давай. Я видела так. Давай по стадному сделаем. Дай мне ассиста. Даю. Я тебе поставлю метку, в которую ты будешь вставать и из нее ловить босса. Но, когда босс приземлился, тебе уже надо и ЛПшку, и таунт одновременно тыкать. Если ты проебешься, если у тебя промах будет, если ты будешь стоять в небо смотреть, то босс пойдет сюда. И, не буду объяснять. Хуёво сделаешь, я скажу, хуёво сделал. Андрей Логнус. Ты видела, как я ловил? У меня и таунт, и топор сразу. А потом уже, когда агро набран, я просто топор кидал. Главное... Ловишь, давай. Главное, где ты стоишь, где танк стоит. Она к тебе подходит. Обязательно таунт или можно просто 6 лпшек накинуть? Блять, я не ебу вообще. Нажимай притяжку и лпшки. Не надо лпшки. Промах будет, босс пойдет в рейд. И ты будешь в небо смотреть, стоять. Перед каждой четвертой глыбой, которая падает после, на первой фазе, ты выбегаешь вперед с звезды, блять, и держишь там, где ты таунтил, а там сразу и стоишь под зеленкой и ждешь, блядь. Даже можешь без зеленки, тебе туда не прибьет. Вот сюда вот вставай. И отсюда лови босса, чтобы босс дальше тебя не дергался вперед. Респект. У тебя будет 3 попытки, у нее 3 взлетки будет. Не поставишь? Ну пиздец, значит тебе безнадежно. Вот все мы учимся, ёпки. Так. Все чекай. Чекаем. Не говорили вам. Все, гуляем. Кого же жратва есть на хп? Садитесь и ешьте, пока хилы хилят. Где это? О. Летит, летит. Прохиливаем рейд, не слакаем. О. Красава. Вообще супер. Даже лучше, чем ты ставит войск. Блять, я ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Там полетел. Рога. Да. Вот эти отлетания, это минус ДПС, ребят. Косарей 5. А мне стоять перед глыбой или за глыбой? 3 глыбы считаешь, прячешься? Смотри, что за барабан? Это как, блять? Ничего, пробуем, посмотрим, что будет. Таймеры съехали, короче. Метки, метки. Фридом по АДК. Метка одна. Метка еще одна. Одна метка. Метка одна. Прячьтесь за одной меткой. Говори. Ее вообще не бьем. Слева падает, близко. Прячься за краю, забыл передать эту хуйню. Прячься за глыбой. От бомбы. Вон, смотри, видишь, бомба падает. Фридом, дай. Я драл ей фридом. Где упала? Да. Третья падает. Ну, по центру. Выходи, жди там, где и танчила. Череп. Прикольно. Блять, а почему разберы? Захиливайте рейд. Не делайте так больше. Прохил. Все хорошо, прекрасно. Готовимся, скоро будет хотя. Щиток там кидай на это, на ДК поле. Убежали. Блять! Отверни. Она не может, он на ней висит, блять.
блядь, ёбаный сирус. Чудо, выжили. Воздушные фазы через 5 секунд навешали, док. Чё-то ДК начинает притягивать, бред какой-то. Она просто... Собегай за глыбы тоже. Дай фридом ей. Ты просто когда притягиваешь... Убежали мед. Находись в той стороне, где ты танчишь его. А не бегай к рейду. Не тыкай кнопки движения. Посередине падает. Посередине далеко. Не бейте глыбы. Все, стоп, по глыбам. Это третья была? Третья падает сейчас. Иди, Винар, череп. Не-не-не, сейчас падает. После нее иди. В глыбу падает. Разбили склепы. Сколько взлеток было? Две? Две. Да. До берсты 6 минут. Половина. Монтгеру оставим на вторую фазу? Нет. Блять, стакин. Скоро притяжка. Убежали. Да как оно мне, сука, достает, блядь? Тоже самый вопрос. По центру поставь. Отведи назад. Дай ей фридом. После. Ты ноги поворачивайся никогда к боссу. Тебе не работают парирование, уклонение. Если... Поле пал, дай ей фридом, а не нормально. Спиной в цели стоишь. Бежали. Короче, приземлиться рост не даем. Рост скажу, когда. Пробуем без роста. Справа падает. Опа, забежали с другую сторону. Правую подбейте немного. Третья падает. Пошла ловить. Иди в череп. В глыбу падает близко. Зашли за глыбу. Разбили. Не надо рост, я скажу на второй. Бьем босса, переводим. А он заебал освобожден. Это лучше, чем на хилах. Ну, я понимаю, но, типа, ДПС-ка. Скоро вторая фаза, готовимся, сейчас притяжка будет. Если не успеем. Успеть. Вторая фаза, готовимся. Глыбы чуть дальше, этот, в звездочку ставим, чуть назад от звездочки. Глыб дымыч. Близко не приводи. Ушли все от звезды. Сразу разбиваем. Прохил рейда. И пошли дамажить, как я. На меня метка, дамажьте. Отошли от метки, милики отошли. И бьем глыбу, и за меня прячемся. Нихуя себе. О-о-о-о. Ну это пиздец. Это, короче, помнишь, Лимон, да? Таймеры сбились. Да. И у него притяжка во время этой хуйни происходит. Во время глыбы. Я не знаю, как это лечить, я вообще дам диван кому-нибудь, блядь, пизду это. Какая-то поломанная синдрана, блядь, с каждым траем таймер у него сдвигается, и поком раз туда траили, прежде чем смогли убить. Там траев 5-6 вроде было, такое впечатление было, что эти таймеры к шестому траю сдвинулись так, как должны быть по итогу. Короче, из-за того, что была первая притяжка, походу, как раз, но так и таймеры сдвинулись. Ну, короче, получается, по нормальным таймерам, когда вот она притяжку вдохнула... После ой, притяжки... ты иди туда! А я живой? Ничего себе. Я не могу, ну да. Быть. Короче, там фишка в том, что она притягивает быстрее, чем кастует свою хуйню вот эту.
Ну, короче, сейчас делаем еще один тройник. Не знаю, вы войти оттуда пойдет? Нет, вой не уйдет оттуда, вой там стоит, будет пулить там, когда мы спулим. Пускай отъест. Все забегаем сюда, фулл ребаффер даем, у него баффы есть, рыба ну, давайте, есть. Давайте еще разок. Посмотрим, если она притянет первое брожение, блядь, и взлетит. Это можно, видишь, это хуйня какая-то с Сирусом уже происходит. Мы ни при чем тут. А она взлетать секунд через 5 должна, вот как дыхнула после первой притяжки. Да. Вот она притянула и сразу улетела, блядь. А, она да. Сразу улетела, так сбилась что-то. Все, фулл ребаффер издали. Лапа, каски, кулаки. Кулаки жду. Каски. Все, есть у меня. Торчу на пол. МП5 по пристану. Когда пойдете пулить, я к вам подбегу. Все, пуляем. Садимся, жрем рыбу. Ну, не рыбу, а хаук. Мы можем спокойно на третьей фазе делать герму, да? На второй фазе. Оно просто обиделось, что мы герму не дали. Ой, что-то хп А, Алиса танчит же. Чё ты пугаешь, блядь, меня, мост? Ебать. Видишь, на ДК притягивает, борода какая-то ничего. Короче, я понял, что она достает, блядь. Ну, она притягивает МТ. Меня уже не достал. Не, я задалеко стою. Когда тебя пока притягивает, я... Алиса, назад нажимай. Не надо в бок нажимать, ты к рейду бежишь. Метки вынесли. Меня почему-то так не притягивает. А посередине падает. Лизма, не прячешься. Посередине падает. Да я не стоял вроде, но Лизма не дает. Они... Доту не вешаем. Не вторая упала, тогда. Сейчас третья будет. Справа. Пошла ловить. Слева падает. Разбили. Жопу нахуй с ними, блять, стаками. Согласен. Кот нахуй. Нос. Какая притяжка будет? Готовимся. Так или нет? О, не достало. Орхидея подниму. Подняла. Иннер ему. Так, блядь, я вообще не дэдэшен, блядь. Пока дай мне эту херню вешать. Кот тоже ему залил. Клятву святую включай, бафы давай. Нет. Нахулипала баф. Пистобаф лапу. Пистобаф лапу. Посередине. Слева. Стоп по левой. Слева падаем. А вас речь. Правой подбиваем сильнее. Посередине падает. Сейчас пойдешь ловить. Иди лови. Правой стопнуть. Забежали с другой стороны. Разбиваем. Улипал, блядь, глаза заразуй. Баф не крест по себе.
Крест или кулак, что хоть. А у тебя печать мудрости стоит, да? Включай печать света. Сейчас достанет. У нее фрейм большой, поэтому достает. Не, будем рост давать. До берсы 5 минут. Забежали за глыбу. Слева падает. Убежал оттуда. Рогат. А, Алис. Забежали опять, сука, что так близко кидается? Алиса, готовься ловить. Иди лови. Да сука! Пиздец. Прохил танк. Учитесь прятаться. В Герах это будут ваншоты, если вы не спрятаетесь. Да-да. Геру, давайте. Он будет пиздец. Он будет пиздец, да. Даже первую бомбу поймает. Поживают только кто-то попалось. Ну, Гера, блядь, освобожден. Гуляем. Сука, 6 стаков. А чё ты 20 стаков не стакаешь, потом тучу? Опасно. Опасно, во-первых, у тучи КД хрен знает какое. Второе, если она притянет, и я вас ёбну. Вы меня загнобите. Блях, пал. Сука, ёбаный в рот, нахуй. Мосса. Убеги, Мосса. Ставь метку. Гимн на ХП шансы. А не туда. Близко не надо ставить. Вот. Разбили будет. Полипал, поднимайся. Мосса, поднимись. Он встал, упал. Ебать, тогда падайте нахуй. Нехуй тут делать. Шли под дыхание. Похуй, потом вернемся. Ёбаный в рот. Полипал, ты чё, уснул? Диси, скажи что-то. Последним бежал. Отбегаю от нее, не успевай от нее. Ты тоже, как я, задалеко стоишь. Подойди ближе ко всем. Смотрите, ребята, рассказываю вам секрет небольшой. Чем ближе вы стоите перед притяжкой, тем меньше вы летите. Соответственно, да, те, кто стоят ближе, прилетают быстрее, начинают убегать быстрее. Я сколько раз замечал, что я стою у босса, бью. Я уже убегаю из фрейма, а туда прилетает только последний человек. Вот и весь секрет. Поэтому пошли на первой чем-то фазе можно стоять ближе. И никогда вы, блядь, не обосретесь на притяжке. На чемку или на кровавой идем? Куда легче? А мне тоже похуй. Блядь, а где проталну? Сука. Психи с маной съебались, протопал стоит рез. Пошли на чумку все. Ну Алиса нормально там чуть все, блять, ну штука. То один раз трупит, то и тут. Один раз тот тут. И... Сука, я не знаю, первый раз тоже не отбегал почему-то. Синдра прилетела. Встали нахуй, риснулись, починились. Ману пей лучше, да. Тетенька Синдра отстанет меня. Клизму кого-то убил, блин. Чего хотите, я пойду черпить. Трэш пока почистим. Только не говорите, что сейчас Синдра сюда придет. Не, не придет. Там, Саня, ты говоришь, короче, так и... Я думал, типа, так набирать, только в чем прикол? Когда должны не взорваться, совпало так, что два раза нам подтянуло. Я бы вас бы всех вайпнул.
Смотри, а ты знаешь, как бить? Ты вот, у меня вот эта проблема была, беда, до того, как я решил бить не в четверть корпуса. Вот знаешь как? Не в, в пузо стоишь, не в пузо направляешь, а подбегаешь, стоишь под максимальным углом, держишь курсор, чтобы ты мог стрелять. То есть, грубо говоря, когда тебя притягивает кнопкой влево, ты будешь уже убегать от босса. То есть вот эти кнопка влево-вправо, они уже вне разворота корректно тебя точно пустят нормально. Ну вот смотри, вот я сейчас орхидею научил в полкорпуса бить. Вот видишь, ни разу не попал под это, под удар. Не, мне не при взрыв. Я про освобожденку. Вон Моса пишет, что оно не уешит. Я на всех серверах, где играла, уешила. Она уешит в Гере. Гере? Тут да. Нет, блин? В обычке не ауешит, она бьет только цель. В Гере всех, кто стоит рядом в радиусе 10 метров. А, бля. Я, бля, стремался, что его свайп, но не ДПСил, охуеть. Попутал. А можно буквально еще 30 секунд? Так он ж перерыв 30 секунд. Воды тоже пойду наберу. Так. Да странно, что Холипал бы слился, он чумку ждал, а мы на нее идем. Еще мы ее завалим на изичах. Холипал, ты где, блядь? Ясно, Холипал офнулся. Селфи с пограничным, 50 колды. Холипал, я уже в час кинул, нахуй. А это Солчак Холипал или откуда? Да. А что, он ливнул? На офнулся. СРК тоже. Пошли бить большого, нахуй. Холип, хил. Шам, ты тут? Саня? Не, меня нет. Беги сюда, хиляй рейдно. Че он стоит? Он что, наказанный? Мы его посадили на бутылку. Давай, ковыряй. Веди его сюда, что сагрить мелких, блядь.
Мы бы ее убили с второго трая, если бы не эта хуйня, блядь. С таймерами, нахуй. Бах, типа этот. Надо на форум закинуть эту, сука, хуйню. В трупе не стоим. Это видос надо им целый снимать придется. Так, вот вроде снимал. Повтори. Да? У тебя есть лимон связь к Честеру? Нет. Твинси должна быть, она онлайне. Твинси сегодня геройски покорял днем Зуламан. И как? Не знаю, как на четвертом боссе у Кристины консультировался. Так, Око. По-моему, самая дорогая из лоховских боешек. Думаешь, ну я не могу так быстро, я ж там трупы еще шарю. Ну, блять, и там уже кинула. Я-то вроде привык по карманам там шарить. Кстати, вопросик, чего у Войда за такая выдержка, что он тихо? Что он? Ну, когда он горит, даже незаметно. Ну как, по его общению. Заметно, у него нежный рофл включается. Просто ливает с Войда, ты все. Да не, нежный рофл, это не так. Стоим в лужах, там ДПС растет. Просто ничего не видели Холли Пала, который после ИР 25 три раза умерев на трэш удаляют персов. Привет, бисовых, там, бисовых. Там мастер Ал что-то дизит себе, блядь, это находит, эти эпики находят. Тихоря, пока все трэш бьют, чтоб никто, сука, не видел. Диспаун. Так ты в одного прохилишь собаку, не? Есть только один способ это проверить. Блядь. Ага. Сука, ну давай, давай. Если что, друиды помогают ему хилить. Блять. Я просто сорвала. Эй, кит, ты сорвала. Это я в тяну. Сколько вообще их хила хуй найдешь? Ты опять ищешь? Да.
А что это с ней? Что она АОЕ? Что она дура, что ли? Это левая всегда АОЕ. О-о-о. Орхидея, дай по спокойствию, по рейду. Блять, пишу, нужен хил, пишет мне. Есть место Фурику? Ну, пиздец. Ну, Фурик похилит, в принципе, да. Убираем уж. Поднимайте, поднимайте, алло. ДК возложение, хилить остальных. После следующего истребления дашь Шансунка этот, блядь. Гимн. Где давай, давай. Быстро, быстро. Пошла хуйня. Добивайте до истребления. Поднимайте как хотите. Блин, Чансунг, что ты там делал? Чё? Надо ДД ещё надо добрать. ДД, шел я там, чё? Хил у нас. Хила надо. Да. Вторую собаку что-то это самое очкую пулей, если честно. Да. Ну сейчас пеликана сагрим. Слушай, давай собаку. Давай. Не, собаку я боюсь. Боюсь, боюсь. Я боюсь, что мы сдохнем. Прямо вот. Там мосса еще нет, вон там и покажет. Сука, честера надо найти, блин. Слава, стань так, чтобы тебя вкинуло в трэш. Венар, тоже подбеги. Лиса. Лиса. Почему я не могу в сайте ФК? Так тебя откинет на трэш. Так все равно много денег. Хуй этого хила найдешь, блядь, да? Ну чё, Лачдан, готов? Да, 2 секунды. Да, погнали. Ну, погнали. Даем брусты на нее, блин. После второго истребления дашь этот. Бомжей. Станьте в это. Войт, ау, привет. Че там стоишь? Давай бей ее. Станьте все боссы, делать нет. Давай. Бомжей. Нет. Сливайте трэш за АУЕ. Нет там. Завинная вся херня. Правильно, войско. Ништяк. Нету этого. Это херни, ну вы поняли. Лужики, да? В КД. Теперь никогда. Что следующий хоть станет? Бейте авоську эту или как она там перед. Прохиливайте рейд. Блять, хаспот выпил нечаянно, ёбаного.
что по стакам. Ну, это я случайно затаунтил. Я случайно затаунтил кого. Ну, таунтил и затаунтил. Масса, дай спокойствие рейду. Бах, блять, я в таунт мастере тыкнул на Моссу. На нем уже не было агро, и, блять, таунт пришел слился. Чем ты таунт мастер дурацкий, да? Ну, блять. Я проиграл некоторое время сим, блять, наваренного говно. Чку таунт. Он работает через 5 раз где-то. Кнопочка ее тройной. Все. Потом Леночки нет, очень плохо. Да Леночка-то ее. Стойте тут, Рога, побегай, ловушка. Ловушка не снимается. Снимай, Рога. А на церкви до сих пор не снимаются, сука. Снимаются. Как собаку? Если второй Ршам пойдет, ну... Жучкой назвал собаку. Авоськой. Ршама брать второго или нет? Ну, в теории, если он в циркуле, если он там топ, то да. Если он без ачивок. Напишу ты в циркуле. Спроси ачивка, если чат 10 чет есть. С кем хилил? Он, я пишу ты в циркуле, да. Все. Пошли. Может обманывают? Нет, я верю Роге. Не-не, шаман, он говорит, циркуль. А, они, наверное, узнали, что Войт и этот Лимон ходят, да? Надо писать, когда время, я циркулю, блядь. Лайфхак, блядь. А чё вы на тухлую решили? А тут ДПС меньше надо. Ахила, блядь. Хватит, он соло похилит. Соло не захилит. Никак вообще. Не уверен? Нет, не захилит, вообще не циркуль, блядь. Слушай, давай вот в любом случае хила нет, а что-то делать надо. Если захилю, 100 ЕП. Давай. Если не захилишь, 200 ГП. Ну, погнали. Да нет. Ставь, ты принимаешь? Заходи, ставлю на давай, то, давай, что там захилит 100 голды. Не-не-не, давайте 100 на 100. 100 ЕП, либо 100 ГП. Там, что Ладждан захилит. Да не, без ГП. Бля. Что там, есть спорщики-то еще, не? Так, я ору на АП тогда, блядь. Ой, подъезжай, подъезжай. Можете ренжу набрать пока, встать, как вам удобно. Босс не агрится, пока его не дарит. Я сейчас слила спокойствие. Нет, в смысле, танков и в это... Ладждана. Лишние, блядь, домах не лутайте, нах. Кого на пул отдать? Главное, не в меня. Ленар. БДК. БДК. Так, все, готовы? Пуляйте. БДК, ну ты знаешь, там, жик на 6. Кровь вампира, потом майкап на 8, я заберу на 9. ШПшник, РДБшки, собежитесь. Сапа, беги. Войт разогнался, у него рага появилась, да, блядь? Спора. Вынеси спору с мили-зоны. Одну. Да мне не надо. Думаешь, тучкой проживешь, да? Ну тут да. Тут отработанная, как ты назвал, тучник.
Так эти шипы. Тиан Сварев ПВЕ. Нормально, блядь. Не зыбка. Перестак у него. Кровь. Выношу. Все равно мне закинул. Да. Гиль. Чека, да чё меня так... Да чё он меня, блядь, так любит? Син... Вынести одну с мелизоны. Моша, выйди. Моша, выходи. Можешь просто выносить в бок, там уже вторая детка не... Просто чтобы дамаг не получаем. А, блядь, Войт мне придамажил, сука. Ты уж так и спали, можешь забирать. Ну там как хочешь. Ну, нет, не спали. Мы могли вообще одного танка идти, блядь. Уж. Не уверен. Протопали, ну, нормально. Ну, три. Получается, 9+3. Мы ж могли бы, если был бы ретик, который бы дал мне каплю, а так вряд ли бы отдал бы ЗЭ, Сатру, на ветку убить, а потом... А Боб на тебя не мог бы ты дать? Боб? Угу. Так уж босс сорвется и убьет следующего по агру. Боб физические атаки. Подзаработал. Да, ты вообще, на нихуя ты хиличеры научился? Держи сотку, блядь. Ебать, я хилил соляру, блядь. Вон, на самом деле это предвзятый был щит. Сатурн выиграл. А, Лимон защитил. Нет, там тоже надо уметь. Лимон тут. Короче, смотри, Вачдан, у меня 777 голд. Если захилишь гнилого соло, дают 200. Если профа в соло, еще пятихатку. Нет, профа нет, точно. Нет, профа точно не захилю, следующего голд. Гнилого захилишь соло. По идее, должен. Ты Сатен дал ШП, если что. Не, понимаешь, знаешь, как из Арведа, я свои силы знаю, в принципе. Просто у меня, когда надо захилить, я захилю. То есть, грубо говоря, если я должен, я захилю. Вот где-то такое вот понятие. То есть, грубо говоря, не то, что вот там ХПС какой-то у меня. То есть, если я вот, в принципе, должен захиливать, и я знаю, что ты должен захиливать, все, я просто захилю, все. Просто точечное внимание и все, сосредоточенность и все. Единственное, что мне там минуты через три жутко стало интересно, сколько ХП осталось у босса. Это было вообще попадание. ХП, отдай деньги, Шанан. Да успокойтесь. Тихо. В ГБ закинь. Нам гер нужна по-любому, да? Чё, мне сделано? Нечелательно. Надо ждать. А я пока до этого времени забираю, народ. Надо ничего ждать. Заберёшь. Да не надо ничего ждать, давайте на изготовку. Ждём.